Всем с вами Надя, и сегодня мы показываем видео обзор на второй, ой, на первый. Ну это, конечно, второе видео, но на первый, на второй корпус. Я решила его назвать вторым корпусом, но мы можем назвать его первым корпусом. Так, давайте. Ну посмотрим на первый этаж. Вот. Стефани вторая, которую я говорила. Она из другого набора. Но обычно она у нас этот золотой кубок держит. О, она золотой кубок заработала. Ее сестра Стефани заработала этот кубок. Вот. Как она выглядит, но я поставлю обратно. Вот, кубок чуть-чуть даже подблескивает. Но обычно она ничего не держит. Давайте. Поставит. Обратим туда. Сейчас. Вот. Смотрите. Вот наш класс. Наверное, вам видно. Там на доске что-то написано. Давайте начнем. Две скамейки, на которых делают уроки. Два серых кубка и один золотой. Тут были подвески для медалей. Медали я потеряла, но они не вешались. Скажите, что там нужно было? Что-то повесьте. Ну и вот на доске что написано. Сейчас. Вот. Тут она с вот этими для мелков. Ну, это типа доски, да. Она чуть-чуть пыльная. И я сегодня буду убираться в этом домике. Ну, типа чистить его. Ну, наверху там вот эта девочка. И вот эта девочка. Ну, это уже учительница. Наверху моя подушечка. Двухэтажная кровать, сумка. И это. Там пусто. Там раньше цветы лежали. И теперь там пусто. Но я предпочитаю, чтобы сумка не потерялась, поставить ее вон туда. Вот. Ну и все. Да.